весна, природа просыпается, птицы поют. И именно в это время из-под снега появляется такое количество мусора, которое скорее можно увидеть на ближайшей свалке, но никак не во дворе жилого дома. Картина, прямо скажем, неприятная. Исправить ее призвана республиканская акция «Эко-весна». Сотрудники медиахолдинга НТР ее каждый год поддерживают. И в этом году мы объявили свою акцию с хэштегом «Чисто тут» и стали ее первыми участниками. Связались с нашими экологами местными, просили у них участки, которые, ну, являются бесхозные и которые без нашего участия этой весной могут остаться неубранными. Один из таких участков – парк за домом Тукая 2А. Именно сюда отправились на субботник сотрудники НТР вместе со своими детьми. Наоборот, да, все, в кучу. В кучу давай. И оттуда обходи давай. Вот мы ловили. Это Василиса. Василис, ну как тебе? Нравится? Да. Ну видишь, ты все-таки научилась подметать правильно, да? Да. Сестер своих научишь? Да. Молодец, продолжай. Давай, мети. Все, отходим, захвати. Буквально на 10 квадратных метрах собрали вот такую коллекцию. Вот посмотрите сюда. И что характерно, люди пьют даже вот это. Даже вот это. Не пейте. Не пейте муравьиный спирт. Опасно для здоровья. Хотя здесь, конечно, не только бутылки. Ассортимент мусора просто поражает разнообразием. И куртки, и вон очень много бутылок. Ну, в общем, парк, который находится в городе, он нереально загрязнен. Муравьиный спирт, бутылки, окурки, листья, упаковки от еды какой-то, соки. Интересно, кто же мусорит на лоне природы? Об этом мы спросили местных жителей. Я не понял, у меня 80 лет. А кто тут? Ну, раньше-то по молодости сорили, уж признайтесь, было такое? Я? Да. Нет? Тут его не было, парк готовый. Куда нет, это? Но где-нибудь сорили вообще когда-нибудь? Господи, я разве сорила, плевала, семечки грызла, и чаще сяду, дальше грызла семечки. Вы сюда кидаете бычки, фанфурики? Нет, я не курю. А, может быть, фанфурики принимаете или водочку? Я фанфурик вообще не пью. Ну, мусор-то сами не бросаете, я надеюсь? Нет, конечно. Нет. И, потому что я здесь первопроходец. Я в 60-м году сюда приехал. Вот. И, конечно, в нашем возрасте... Совестно. Совесть надо иметь. Иван Васильевич, пошлите убираться, пойдете? Пойду. Наши сотрудники решили попить немного воды. Посмотрим, куда они выбросят использованные стаканчики. Вот вы сейчас воду попьете, вы куда стаканчики денете? Домой заберем. Здесь не будете бросать в парке? Нет, мы же сегодня здесь все наведем чистоту, порядок, будет красиво. Почти подошла к завершению акции НТР «Чисто тут». Мы прибрали большую территорию, и сейчас фанфурики бросать будет уже намного приятнее, чем раньше. Тем временем наши дети времени зря не теряли и вовсю мели дорожки, собирали листья и складывали все это в большие черные мешки. Что же думает подрастающее поколение о нашей акции и зачем решили принять в ней участие? Что у тебя в руках? Грабли. Что нужно делать с граблями? Убирать листья. Много убрал? Да. Кучу или две? Две. Может, три? Нет, две. А кто больше всего мусорит, дети или взрослые? Одинаково. Одинаково? А что дети бросают? Какие бумажки? От конфет. Мама! Ты любишь конфеты? Да. Он любит конфеты? Дети часто ссорят? Фантики часто бросают на асфальт? Нет. Нет? Ты не бросаешь? Нет. А ты его ешь или куда ты его деваешь? Я его в мусорку. В мусорку кидаешь? А кто тебя научил в мусорку фантики кидать? Мама. Мама? А ты другим детям сделаешь замечание, если увидишь, что они фантик выбросили? Почему вообще надо убираться в город? Потому что надо беречь природу. Много мусора сегодня нашла?
Да, много. Вот эту вот большую кучу ты сама собрала или тебе кто-то помогал? Ну, вы помогали. Как настроение, устал? Да нет. Нет? Сколько мешков собрал? Три. Три мешка? Один? Нет. Что в мешке? Мусор, листья. Что-нибудь ценное нашел? Золотую цепочку, деньги, портмоне? Нет. Не повезло? Да. Не повезло. Ты сегодня доволен собой? Ты сегодня молодец? Да. Что вот ты сегодня, ты что конкретно делал? Я вот убирал вот земле, вот мусор, вот потом вот взял вот веник. Веник, и потом вот начал вот асфальт убирать. Ну, в общем, ты сегодня красавчик? Да. Мы продолжаем. 12 мешков мусора, 38 бутылок и бесчисленное количество разнообразного мусора собрали участники акции «Чисто тут». И это только начало большой уборки. Сотрудники телерадиокомпании НТР стали первыми участниками акции «Чисто тут». Присоединяйтесь к нам, и тогда вы смело сможете сказать «Чисто тут!». Ловите наш зеленый самолет и принимайте участие в нашей экологической акции. Оставить заявку на участие в акции «Чисто тут» можно в официальной группе НТР-24 ВКонтакте по телефону 400770 или на нашем официальном сайте ntr24.ru. Давайте любить наш город! «Чисто тут!».